что мне предложил Давид Смелянский в городе Псков, мощно и каким-то образом блестяще реализовалось за эти 10 лет, потому что, когда он меня спросил, а что, есть у нас вообще молодые таланты, музыканты, когда он меня спросил этот вопрос, я сказал, что да, есть, и очень много, просто их никто в России не знает, они в основном разъехались. Наши потрясающие искорки, новоименцы, теперь они их называют крещендовцы. И действительно, с того первого года, когда первый фестиваль «Крещендо» настолько мощно на себя заявил, он, конечно, не оправдал свое название, постепенное нарастание, потому что первый был уже настолько мощный, и все просто обалдели от такого созвездия, не побоюсь этого слова, уникальных музыкантов, которых понятия не знал, что большая публика широкая не знала о их существовании вообще. Я в «Крещендо» участвовал уже, наверное, 3 раза всего, или даже 4. Сейчас не помню, это все родные мне люди, друзья, с которыми я учился, с которыми я еще был в «Новых именах» в фонде. Это и Денис, да, организатор, с которым мы много играли и до этого. И, в общем, это «Крещендо». «Крещендо» — это ведь значение само, да, музыкальное. Это такой взлет, подъем, да, ну, усиление звука, да, в музыке означает. А здесь Денис, наверное, имел в виду это как такой плацдарм, крещендо музыкальная карьера, да, для молодых музыкантов. Великолепный проект, фестиваль, и я всегда с удовольствием участвую в нем. Встречаемся, общаемся, играем. Каждый год во всех регионах эти искорки, и, слава богу, появляются уникальные абсолютно. Сейчас идет команда, которым 9-10-12 лет. Я считаю, что это вообще что-то совершенно феноменальное. Играть с Валерием Абисаловичем. Я играл с ним уже летом на его фестивале «Звезды белых ночей». Он очень чуткий и дирижер, в котором очень удобно и легко играть. Конечно, прибавилась публика, которая дает тебе силу, энергию, которую ты чувствуешь счастье, когда играешь в таком огромном зале. Это ни с чем нельзя сравнить. Это ощущения, которые просто невероятны, и их можно испытать только от игры на сцене.
Конечно, он очень долго сидел под роялем, наблюдал, как сестра занимается. Наверное, вот в это время и сформировалось желание что-то делать самому. Потом я очень много занималась другими своими учениками. И надо сказать, что пока Саша был в первом-втором классе, он развивался без пристального к нему особого внимания и отношения. Ну, это нормально для педагога, у которого большой класс. Когда он проявил уже какие-то музыкантские задатки, то есть свое видение каких-то вещей, я стала с ним просто заниматься чаще. Но когда начинаешь заниматься чаще с ребенком, он начинает расти быстрее. И вот тогда, уже класса с третьего, он стал делать такие большие-большие шаги. Конечно, крещендо – это то, что нас действительно очень порадовало, мы к этому стремились. Для нас это возможность очень скачкообразного роста, возможность реализовывать самые удивительные какие-то проекты свои. Вот. И возможность иметь ту дату, которой надо пахать. Как известно, самый лучший стимул – это число. Я для себя поняла, что количество часов, проведенных за инструментом, собственно, не имеет как бы такой весомости, если нет предварительной подготовки ментальной, то есть внутренних занятий, каких-то размышлений над тем, как это будет звучать. Пока ты не услышишь внутри себя, как это будет звучать, вряд ли может получиться вот как бы на ощупь. Есть как бы возможность, что шанс, что на ощупь ты найдешь это, но пока в голове не прозвучит это произведение, как ты его хочешь. Руки, они все-таки следуют за головой. Это случилось 1,5 года назад. Это был первый концерт, мое первое участие. Это было в Сочи, в предолимпийском Сочи. И, наверное, это никогда не забудется, конечно. И тогда случилась встреча с другими крещендовцами, с Денисом и, конечно, Святослав Игоревич Белоза, который представлял всех нас. Это такие воспоминания, которые останутся на всю жизнь. И после этого я довольно много участвовала в проектах Дениса, и мы довольно часто ездили по России. Thank you.
то, что происходит в Мариинском театре, вот этот постоянный новый энергетический поток, строительство новых залов, театров, просветительских абонементов и доступных абонементов для детей, для интеллигенции. Я думаю, что вот мы тоже здесь попали в точку с крещендо, потому что маэстро сразу согласился на этот концерт, и я очень рад, что, во-первых, многие впервые выйдут на сцену с маэстро и будут играть с Мариинским оркестром. Это для них огромное счастье. Скажем, как мой Максим Русанов, я думаю, что он один из лучших, это абсолютно точно, альтистов мира, живущий в Лондоне, суперзвезда абсолютно в мире. И для него это сегодня такой волнующий момент, несмотря на то, что, ну, в общем, в наших традициях 3 самолета отменили, пересадки, он был, приземлился только без 15:06, вышел тут на сцену, поиграл 15 минут, все в таком нерве, на хорошем смысле слова, и вот скоро будет концерт, это по-нашему, по-крещендовцу. Началось с того, что мы практически вместе учились в Центральной музыкальной школе. То есть он был, по-моему, на год старше. И с тех времен как-то вот так сложилось, что я-то после окончания школы уехал в Лондон учиться дальше. И вот первый крещендо, вот у Дениса возникла такая идея, он как бы просто всех на свой взгляд, так сказать, наиболее, видимо, интересных музыкантов собрал. И вот такая создалась команда. Я не могу сказать, что я был вот буквально на каждом фестивале, потому что фестиваль настолько разросся за 10 лет, что там просто не получалось приехать на все концерты в разных городах. И в этом году, насколько я знаю, просто одновременно практически идет такой тур. Там Псков, Сочи, Питер, потом Москва. Вот сейчас я здесь, и для меня это особенно все интересно, потому что, ну, во-первых, участник фестиваля действительно долгие годы уже, но, во-вторых, потому что я никогда еще не играл с Гергиевым, с маэстро Гергиевым, и, конечно, это абсолютно особенное чувство. Если вы посмотрите на филармоническую афишу нашей страны, 90% это крещендовцы. Это вот то, что и требовалось доказать. Мало того, помимо того, что они стали популярны и востребованы у нас в стране, они уже имеют свои проекты, свои фестивали, они здесь дают мастер-классы. Многие приехали сюда просто преподавать, кто-то обратно приехал домой благодаря этому. Все. Я не говорю, что только фестиваль крещендо, но это было одно из первых таких мощных заявлений о том, что русская исполнительская школа, она жива.
Я хочу поблагодарить Дениса, который является инициатором и главнокомандующим этого фестиваля. Вот. Это очень приятно. Мы в рамках этого фестиваля также играли много раз вместе камерную музыку. И надеюсь, я желаю этому фестивалю, желаю Денису также продолжать в таком же духе, полном артистической фантазии в создании программ, также в выборе артистов. Эта скрипка очень неординарная, это скрипка, которая была сделана моим отцом, скрипичным мастером Александром Крыловым в 1994 году в городе Кремона. Я видел кусок дерева еще, из которого она была сделана. Я присутствовал почти при всех фазах конструкции этого инструмента, его лакировки. Я помню первые звуки, которые издал этот инструмент. Я его пробовал. Также мой отец был прекрасным скрипачом, который окончил Московскую консерваторию в начале 70-х годов, и он был замечательным скрипачом, поэтому эта скрипка имеет очень много историй. Это, наверное, инструмент, на котором я сыграл в своей жизни больше всего концертов. Концерте. Я благодарен моему другу Валерию Писаловичу Гергиеву, который согласился показать эту россыпь, которая в последнее время вообще очень много посвящает молодым, и, конечно, хоры, и целая плеяда музыкантов, которые готовятся на конкурс Чайковского. Ну, со многими он уже играл здесь, так сказать, и Настя Кобейкина, и Саша Бузлов, и Алена Баева. Но этот список можно продолжать бесконечно. Больше, чем 150 уникальных молодых музыкантов прошло через крещендо, и этот список постоянно пополняется.